случайно стал свидетелем того, что вот на близнецах девушка без сознания. Будем надеяться, что все будет с ней хорошо, что наши медики ее вытянут. Вот то, о чем я говорю, что вот они, эти злачные ларьки у меня на заднем плане, с которыми нужно бороться. Еще раз обращаюсь к национальной полиции, к органам ДФС, благоустрою города Мариуполя, ко всем нашим депутатам. Давайте наводить порядок у себя в районах. Надо с этим бороться, потому что мы видим, к чему это все приводит. Вот видите, до чего доходит. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем нашим. Да, давайте помогу, не вопрос. Конечно. Давайте, конечно. Лямочки вот эти, за лямочки. Давай, давай, давай. А это самое. Тише, тише. Помоги. Головой вперед. Вот, видите. Видите, какой бич все-таки алкоголь в нашем городе. И надо с этим бороться. Спиртное мы видим. Временно спрятали, заменили на кока-колу. Да? Заменили на кока-колу. Где водочка стояла у нас, сачок теперь с чипсами. Ну, получается, кто-то кого-то предупредил о проверочке. Ну, вот женщина, которая контролирует движение тут. Я уже сегодня несколько раз проезжал, смотрел, вот она тут стоит и контролирует. Холодильнички на месте. Еще не демонтировали холодильники. Ну, надеюсь, что в ближайшее время их увезут отсюда. Так что вот то, что и требовалось доказать, что алкоголь здесь нелегально продается. И после вчерашнего стрима он был отсюда убран. Время. Ну ничего, будем приезжать каждый день и смотреть. Как только появится, вот. Контингент здесь, на месте, поэтому ничего не меняется, вот они, красавцы здесь.